Что с тобой? Слышишь? Четверг или вторник пойдем с тобой на улицу. Сидеть еще тоже. Сидеть. Это не моя собака. Девочка моя, ты здесь сидеть, говорит, ты ищешь. Да, что я тебе дам. Не кушай, моя девочка, моя собака. Мама, она далась, она далась взять в руки. Вот у меня не заживание тут вытворяет еще. Смотри, какие клыки, как она там. Ника, моя девочка, принцесса, белоснежка. Не куса. Классно нюхают друг друга. Не куса. А ей все равно. А Ричик боится, да? Ее Рич лежит, ей все равно. Видали, с Ричем подружиться? Не знаю, он подрастет, надо поспокойствовать, обязательно его напрыгивать на него, он будет бояться, он зашел. Рич, иди ко мне на ручки, иди ко мне. А у вас есть какая-нибудь щетка? Давай, Ричик. Ричик после нее вообще просто пушинка. Ну так да. А раньше большой был Рич. Казалось. Это вообще пушинка. Никоса, да? Ника. Да? Пушинка, Рич? Не, ну Рич, конечно, у Рича, он, Рич хоть и маленький, но у него способности побольше. Он может под всякие эти залезть, а она не залезет, да? Прятаться может. Решка. Ричик, он вообще от нее сразу убегает, но она скоро перестанет полазить уже под диван. А еще пока что она пролазит, и тогда Ричику не остается места, и она там его веселит. Ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А всем пока-пока-пока. Зачем?